Официальный представитель МВД России Андрей Пилипчук. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Москвы и полицией Китайской Народной Республики пресечена деятельность международной этнической организованной группы, участники которой подозреваются в похищении человека. По имеющейся у нас информации, в начале января этого года в Москве злоумышленники похитили 33-летнего гражданина Китая. Заложника удерживали в одном из частных домовладений в Московской области. За его освобождение у родственников потребовали выкуп в размере 2,5 миллионов долларов США, но впоследствии эта сумма была в процессе переговоров снижена до 1 миллиона. В случае отказа угрожали жертве физической расправой. По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Москве и Московской области задержали подозреваемых. Ими оказались четверо граждан Китая в возрасте от 35 до 45 лет. Они находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. Похищенный заложник был освобожден, и ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Одновременно в городе Фучин Китайской Народной Республики были задержаны еще трое участников этой группы. Они также оказались причастны к совершению похищения. В настоящее время во взаимодействии с китайскими коллегами проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.